РЖ Ков, ты там? Чё? Активацию голосом выключи, пожалуйста. Сейчас я вот только зашел. Тыкаем на смон. Тыкайте на сумон. Что тебе угодно? Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. В бой, герои! Thank you.
чудовищами, кислотной утробой и жуткой чешуей. Да дайте его мне сальво. Клипа. Напыливает что ли на мир. Повержены!
Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Да. А можно каску помогу? Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Я не могу атаковать эту цель. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джарацус, эредарский повелитель Пылающего Легиона! Я, блядь, только что бегал, нахуй, ты чё, а как я диспелить-то должен был? Ну так ты нахуй давай только тому, который не диспелит. Я один плюс 15. Играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса,
Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу чекай. Нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет! Чернокнижник заигрался и поплатился за это! Турнир продолжается! Здорово! В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Сейчас, секундочку, подожди. Танки есть у меня. Слушай, если этот маг диспелить не будет, да? Не маг, вернее, а шаман. Мы нахрен ляжем на чемпов. Я соло могу диспелить. Ну, я буду диспелить все, что смогу. Ну, хорошо. Да посидят они, посидят на дереве. Сейчас. Ага. Хорошо, тогда я кидаю на Дитера бзилку. Хорошо. Вопрос. Откуда танки заходят? Слева, справа. Рейд, бля. Это лучшие представители Орды. Ну,
Ну срываю. Так. Да даю, понимаешь, рейд бегает по центру, блядь, этой арены. Ну, вот самое важное вот в этом вопросе. Тири. Да не то, что сложно, пол рейда сидит на центре. Пытаюсь. Да ладно, я его заберу. Все притягивается проще, чем чуть-чуть. У нас вообще герой. Беги, малышка, беги! Thank you.
сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Отдай ляпушку. Как дела? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Потому что он ее не держит. Он ее удержать даже не может.
все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь и... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Вот это, скорее всего, под цвет накидки Кирентора. Ну, Кирентора тоже фиолетовый. Фиолетовый. Thank you.
обещал, господин. Малышка, беги! Thank you.
крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных.